Все по-другому. А вы на Майдане тоже были, да? Стихотворение из интернета. Называется «Россия». Ну, здравствуй, Россия. Ты нас узнала? Это мы, Крым и Донбасс. Ты же помнишь нас, родина мама. Помоги своим детям сейчас. Украине подарком мы стали, но для них край чужой. Братьями они нас называли, приготовив нож за спиной. Мы не станем единым с фашизмом, проливают они нашу кровь. Россия, мама Россия, забери своих детей. Девочка, тут пришла женщина за своей посудой, которая... Так что, девочки, люди пишут от души, это не просто, это, наверное, уже крик души людей, которые за столько времени уже достали. Спасибо вам огромное. Спасибо.